Так, дорогие друзья, всем привет, всем доброе утро, бонжур, хелло, как меня видно, как слышно, кто в воскресенье хочет изучать Тору, так, всем доброе утро, Тони Кауфман, все, приветствую, Лефименко Антон, Тони Кауфман, Бодертов, Влад Косов, доброе утро, Анна Александровская, Наталья Уменова, шалом, шалом, всем шалом, так, хорошо, сейчас, секундочку. Так, все, всем доброе утро, шалом и сухуми, ого, Лея Сотникова, Георгий Нивня, 10-10, видно, слышно, все. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Пиркей Авот. Значит, мы сейчас находимся во второй главе, которая говорит о выборах в жизни, вообще, как правильно выбрать жизненный путь, и насколько это важно, вот, выбрав направление, двигаться по нему, то есть выбор вообще это такая, ну, важная штука. Теперь, значит, вот сегодня мы подошли к Мишне Рабан Йоханан бен Закай. Рабан Йоханан бен Закай – такая ключевая фигура вообще в еврейской истории, Рабан Йоханан бен Закай, потому что он был ученик, он теперь у Гилеля и Шамая. Он получил Тору от Гилеля и Шамая. Было две школы, да, получается, Гилель и Шамай. Это были две школы, имеющие... разный подход к толкованию Торы. Я уже объяснял, в чем была их разница. Шамай, он был более такой, как бы, строгий, да, он был архитектор по профессии, он ходил все время с такой вот линейкой архитектурной, да, и он все должно было быть очень четко. Гилель, он был более мягкий, он пришел из Вавилона, пришел в Израиль пешком. Он работал, известно про него, что он работал, у него вначале не было денег, и он работал кем-то, он работал, собирал он дрова какие-то, да, то есть он такой, очень прошел жизненный путь, несмотря на то, что он был из рода царя Давида, но он очень прошел такой жизненный путь, а Шама, он был из такой аристократической семьи, и он очень четко, жестко, вот такая Тора, есть Тора. И, значит, у них были два разных подхода. А Рабан Йоханан бен Закай, он принял, написано Тору, от Гилеля и Шамая. То есть он объединил эти два подхода. Про него есть несколько интересных таких вот, как бы, характеристик. Например, про него сказано, что не было человека, который бы успел ему первый сказать «здрасте». Он всем первый говорил «здравствуйте». То есть он объединял не только знания невероятной Торы, но еще и удивительные качества человеческие, вот эта доброта, такая мягкость, это он взял у Гилеля. Про Гилеля тоже рассказывают, что был один случай, когда люди поспорили, что смогут его вывести из себя. Один говорит, да не может быть, чтобы он был такой спокойный, я его выведу из себя по-любому. И, значит, поспорили они на крупную сумму денег. И когда перед шаббатом, самое такое время, когда идет подготовка к шаббату, уже такое прямо все бегают, все. Значит, Гилель в доме у себя, тут один, вот тот, который поспорил, что выведет его из себя, стучит в дверь, значит, стук в дверь, все. Мне срочно нужен Гилель, у меня важный вопрос, вообще важнейший вопрос. Все, вопрос жизни и смерти, зовите его вообще. Ну, значит, Гилель, а он был в это время, как раз мылся перед шаббатом, срочно одевается, выходит и говорит, что тебе, сын мой, значит, какой у тебя вопрос? Он говорит, вопрос у меня такой, почему у монголов узкие глаза? Вот срочно мне надо знать этот вопрос. И ждет, что кто-то ему скажет, ты вообще, что вообще, как меня можешь отвлекать от важных дел своими вопросами глупыми? А Гилель, он такой задумался, говорит, очень важный вопрос ты мне задал, очень важный вопрос. Значит, я думаю, говорит, что у монголов узкие глаза, потому что они живут в песках, в пустынях, и там все время дует ветер, и они щурятся. Из-за того, что они все время щурятся, у них узкие глаза.
Тот говорит, да, говорит, конечно, понятно. Ладно, ушел. Проходит еще какое-то время, он подождал, пока Гилель опять разденется, уйдет в ванну, готовится к шаббату, в баню, там, мыться. И опять он стучит в дверь, опять стучит, срочно зовите Гилеля, у меня вопрос жизни и смерти, я сейчас просто не могу, значит, мне обязательно нужно понять этот вопрос. Там вопрос какой-то супер важный. Ну, Гилель опять одевается, значит, полностью, представляете, это разделся, оделся, все, выходит, опять этот стоит. Он говорит, ну, какой у тебя вопрос, сын мой? Тот говорит, вопрос у меня такой, очень вообще вопрос серьезный, почему у, там, какого-то назвал племя, не помню какое, у них плоские ступни такие широкие? Гилель говорит, ну, говорит, вопрос серьезный, говорит, это не просто так. Говорит, у них там, где они живут, болотистая местность, я думаю, и у них поэтому ступни такие широкие, потому что, ну, чтобы не проваливаться, как бы они привыкли так ходить. Тот говорит, да, говорит, понял. Ну, третий раз та же самая история. В общем, третий раз опять он задал какой-то глупый вопрос, и Гилель ему опять же так же спокойно, вдумчиво отвечал на этот вопрос. И, значит, в конце концов, тот сам разозлился. Говорит, чтобы вообще я из-за тебя сейчас столько денег потерял, что, говорит, чтобы не было таких, как ты, вообще лучше бы. А Гилель говорит, ну, все равно ты меня, как бы я не выйду из себя и не буду гневаться, потому что гневаться – это самое страшное. Гневаться – это как служить идолам. Так вот это известно про Гилеля. И, значит, да. Ты хочешь сесть? Да. И, значит, Рабан Йоханан бен Закай, он принял Тору и от Шамая, и от Гилеля, и он, про него известно, он жил как раз, когда было разрушение второго храма, и во втором храме было несколько армий, да, несколько партий разных, да, противоборствующих. Были те, которые назывались Сикории, они были такие, все воевать с римлянами, они прям с ножами ходили, убивали римлян, террористы такие. Были те, которые говорили, мы, значит, будем... выдержим осаду, было три человека, у которых владели, там у них склады были, все. Они говорят, Иерусалим неприступный город, и римляне могут там долго ждать. И были те, которые говорили, что это как бы гзира, ну как постановление с неба, и лучше вообще не сопротивляться. В общем, сикории эти, которые были террористами, они сожгли склады. Они говорили, что все должны воевать, все должны собраться и воевать. Значит, складов нет уже, осаду долго выдержать нельзя, поэтому единственный был выход – выходить и воевать с римлянами. Теперь Рабан Йоханан бен Закай, он хотел договориться с римлянами, чтобы, как когда-то Шимон ха-Цадик, он сдал город Александру Македонскому и сохранил жизнь всем жителям. И сдав этот город Александру Македонскому, сохранил жизнь всем жителям, также хотел Рабан Йоханан бен Закай договориться с римлянами. И он, да, но эти сикории, они никого не выпускали, и он притворился мертвым. Его ученики вынесли его на носилках, как будто бы в Иерусалиме-то нельзя было хоронить. Его вынесли на носилках, как мертвого. И, значит, он потом пошел к, по-моему, был Веспасиан, глава армии, и к нему обратился, он говорит, император, значит, здрасте. Тот Веспасиан говорит, я не император, я глава армии, которая здесь стоит. Он говорит, нет, ты император, потому что Иерусалим может разрушить только император, а так как ты уже почти близок к тому, чтобы разрушить Иерусалим, то ты император. В общем, пока у них идет вот эта вот беседа, император Веспасиан или не император, в этот момент, значит, приезжает гонец из Рима и говорит, что предыдущего императора свергли, и сенат, собрание сенаторов, да, решили, что будет императором Веспасиан. То есть Веспасиан говорит, вот интересный поворот событий, значит, какой, проси, что хочешь, что ты хочешь. И Рабан Йоханан бен Закай, он попросил три вещи. Он говорит, первая вещь, это чтобы разрешили мудрецам сделать Санедрин, вот именно мудрецы, которые сидели в храме, чтобы им разрешили сделать в явное отдельно город и всех мудрецов сохранить и разрешить им там сделать Санедрин. Санедрин – это как бы высший орган мудрецов, где они принимали законы. Значит, второе, он попросил, чтобы был великий там праведник Раби Цадок,
И, ну, что-то он попросил за Раби Цадака, и третье, что он попросил, не помнишь это? Почему он попросил еще какую-то третью вещь, но ни одна из них не была связана сохранить храм и так далее. То есть с этим не была связана ни одна его просьба, потому что он понимал, что уже на небе есть постановление о том, чтобы храм был разрушен, и он хотел сохранить только Тору. Он знал, что если сохранится Тора, и если евреи будут соблюдать божественные заповеди, то тогда храм вернется. Если же попросить сохранить храм, но Тора не будет, то храм по-любому будет разрушен, потому что храм это место присутствия Бога, но количество присутствия Бога в этом мире зависит от того, насколько люди служат Богу. А еврейский народ – это народ священников. Если еврейский народ перестает выдавать достаточный уровень духовности в мир, поменяв его на какие-то там технологические новинки, стартапы, и коммунизм и, там, и так далее, но уровень духовности, связи с Богом, если падает, то в этот момент уже храм не, храма не может быть. То есть храм – это часть системы духовного присутствия Бога в этом мире. В общем, Рабан Йоханан бен Закай попросил, чтобы разрешили мудрецов спасти, мудрецов спасли, ну и так далее. Теперь, что он сказал в Пиркей Авот? Значит, Мишна Пиркей Авот, его, она звучит так. Он сказал: «Им ламатта тора арбе, аль такзик това ли ацмеха, леках нацарта». Он сказал одну простую короткую вещь. Значит, если ты учил много Торы, не держи добра для себя, да, то есть не, как бы, первый перевод это не хвастайся, не считай, что ты сделал что-то великое, то есть если ты учил много Торы, не считай, что ты сделал что-то великое, для этого ты был создан. То есть здесь мы приходим к вопросу главному, а зачем человек вообще живет? Зачем человек живет в этом мире? Для чего Бог создал такой сложный, великий мир? Для чего? Люди всю жизнь находятся в какой-то суете. Они бегут за какими-то там поесть, профессия, жениться, потом развестись, потом жениться, потом дети. И они все время находятся всю жизнь как беготня, вот такая, как хомячок в колесе. Никто никогда ничего не догнал, потому что когда ты догоняешь... Ну, во-первых, большинство целей людей не выполняется. Если мы возьмем в общем желания людей, то статистика будет где-то... Царь Соломон когда-то он сделал статистику. Он сказал, что когда человек умирает, и половины из того, что он хотел, нет у него. То есть всю жизнь большая часть желания человека остается нереализованным. То есть хомячок, который бегает по этому колесу жизни, он все время в каких-то желаниях, они не реализовываются, и он все время недореализованный хомячок такой, да. Он все время недополучает. То есть вся жизнь людей, это, я, знаете, как если, в общем, как живешь? Недополучаю. А что ты недополучаешь? Но желание, у меня есть желание, я недополучаю реализации своих желаний. И неважно, на каком уровне человек находится, финансовом, социальном и так далее, статистика одинаковая для всех, недополучил. Не додали. Ну, некоторые это считают, что недополучил, некоторые обвиняют в этом другим, не додали, потому что другие люди, это факт, что никто не хочет никому ничего давать. Особенно так, как другие просят, в том формате, в котором другие просят. Почему еще я недополучаю, еще кому-то должен давать? Это вообще, как бы, человек от этого страдает еще сильнее, да? То есть его желания не выполняются, а он еще должен выполнять чьи-то желания. Все. То есть большинство людей страдает. Обычный подход в жизни, погоня за желаниями, это путь страдания. Так оно работает. Теперь, если мы считаем, что мир создал не Бог, то люди просто такие говорящие хомячки, да, которые развились до уровня, что они могут не просто бегать за едой, а просить там, ну, как бы длинные делать схемы такие. Вот я сейчас закончу институт, и тогда я буду получать зарплату такую-то, вот тогда я уже скуплюсь нормально в супермаркете. То есть это если считать, что люди это животные, которые развились и которые бегают за едой, то как бы это одна концепция, тогда вообще ничего не понятно, зачем вся эта механика. Если считать, что Бог создал человека, и Бог дал человеку вот этот весь уникальный аппарат мышления, восприятия мира и так далее, то зачем Бог это дал? Для того, чтобы человек приблизился к Богу
и переходил на следующий уровень своего духовного развития, используя для этого материальный мир как тренажер для духовного развития. И пройдя вот этот материальный путь, иногда преодолевая свои желания, иногда, наоборот, направляя свои желания больше там служить Богу, выполнять заповеди, не нарушать запреты. То есть идет такой постоянный, когда ты изучаешь Тору и используешь систему божественных заповедей, то твоя жизнь превращается, или ты делаешь то, что должен делать, это то, что Бог сказал делать, и через это соединяешься с Богом, потому что как бы у тебя постоянный диалог с Богом, да, то есть ты, выполняя заповеди, изучая Тору, то ты вступаешь в диалог с тем, кто создал мир, и вступая с ним в коммуникацию, в диалог, в общение через выполнение заповедей или не нарушение запретов, то ты соединяешься с Богом. И об этом сказал Рабан Йоханан бен Закай. Он говорит, если ты учил много Торы, так ты не хвастайся, ты для этого был создан. То есть это как бы, ну, все остальное это нарушение, грубо говоря, да, все остальное это вообще бессмысленно. Но если ты учил много Торы, отлично, то есть ты для этого был создан. Вот это его главный месседж, да, если говорить, что вторая глава, она и говорит о выборах, о смыслах жизни там и так далее, что выбрать, как выбрать. Так он говорит, послушай, если учил ты много Торы, не аль-такзик товали ацмыхали, как на царта, ты для этого был создан. То есть человек все время выбирает, что ему делать. Нет, смотрите, это относится ко всем, изучать волю Бога должны все. Теперь, как, откуда мы знаем волю Бога? Здесь есть источник Тора, еврейский народ, он регламентирован очень сильно, то есть это народ священников, евреи регламентированы в каждом своем действии. Для народов мира есть 7 заповедей, которые получил Ноах, да? Ноах получил 7 заповедей, есть духовность, то же самое, как бы, я сейчас не буду вдаваться в нюансы того, как народы мира могут изучать, что Бог сказал. Значит, главное намерение у человека должно быть, да? То есть любой человек, у него есть намерение, куда ты двигаешься. То есть если вот человек себя спросит вообще, а что я хочу? Ну вот, куда я двигаюсь? Какое мое желание? Вот это вот направление желания, это самое главное. Дальше, когда есть направление желания, вот это, я хочу двигаться к Богу, тогда возникает вопрос, а как? И начинаешь изучать, гуглишь, Википедия, Ицкака послушал, там, еще кого-то послушал, зашел на сайт такой, Талдот.ру, задал вопрос одному раввину, другому раввину. То есть на сегодня информации неограниченное количество. Вопрос твое желание, твое намерение, куда ты двигаешься. И тот, кто хочет выполнять волю Бога, он ищет, он может посмотреть там сайт, если мы говорим про неевреев, посмотрел сайт Islam.ru, например, там, или какой-то еще сайт. Да, то есть человек ищет, главное, если его намерение двигаться к Богу, то он обязательно придет, например, к псалмам Давида. С какой бы точки он ни шел, он придет к пророкам, которые являются пророками для всего мира, для всего человечества, тот же Моше Рабейну, Моисей, он пророк. Все, которые говорят про Бога, знают, что Бог на горе Синай открылся Моисею. Понятно. Еще раз, смотрите, если говорить про классификацию, то еврейский народ это рабами вы были в Египте, стали рабами для Бога. То есть евреи это народ священников, рабов Бога, которые обязаны по свою жизнь посвятить служению Богу. То есть это как бы обязанность. Теперь, если человек, он не родился евреем, он должен тоже, он Богу должен, Бог ему дал жизнь. И он изучает, что Бог от него хочет. Есть общие 10 заповедей, которые, ну, во всех религиях, которые говорят про единого Бога, Творца мира, есть очень много общего, там 80% общего, если не говорить про детали. Он начинает выполнять заповеди, он стремится к Богу, он молится, он благодарит Бога, делает добрые дела, ну, то есть, все, как бы, любовь у него и так далее. Теперь, значит, и вдруг он хочет, например, он говорит, нет, я хочу, знаете, есть тоже, вот, если человек не еврей, да, но мы же не знаем, может быть, например, в той же Испании генетически 20% испанцев евреи
потому что очень много евреев в свое время приняли христианство в Испании, чтобы сохранить свою жизнь, и остались в Испании. И вот в этот момент, если у человека пробивается горячее желание идти к Богу, он может пройти гиюр и взять на себя вот эту вот обязанность. И быть евреем – это обязанность от момента пробуждения до момента засыпания все свои мысли, все свои желания, все свои действия подчинять Богу, изучать Тору и подчинять Богу. То есть, кто хочет именно настолько быть с Богом в постоянном взаимодействии, у него есть вариант принять гиюр, например. Все. Понятно, да? Теперь дальше. Рабан Йоханан бен Закай, давайте к нему вернемся. Он сказал, если ты учил много Торы, не хвастайся, для этого ты был создан. Потому что вся остальная мыслительная деятельность, она пустая. Вот человек, если посмотреть, о чем он думает в течение дня, у него 50-70 тысяч мыслей в течение дня проходят сквозь его голову. Большинство из них он недоволен чем-то, тем, что то, как он хочет, не реализуется. Он же сам хочет, и он же сам недоволен, недоволен собой, недоволен кем-то, недоволен миром, недоволен погодой. То есть он сам себе что-то придумал, сам же недоволен, сам же расстроился, сам же обвинил другого, сам же с другим поругался, потом этот скандал, он крутит его в голове много раз еще. Все, пустота, пустота и суета, ни о чем. Так, конечно, говорит Рабан Йоханан бен Закай, займи голову Торой. Тора, то есть ты изучаешь, как мне правильно поступить. Вот я встал утром, я должен сказать. Первое, что я должен сказать, еще открыл глаза. Моде ани лефанейха. Благодарен я перед тобой. Мелех хай векаям. Царь живой и сущий. Ше эхезар таби нишмати бехемла. Что вернул ты в меня душу мою, раба Эмунасеха, велика вера в тебя. Вот вопрос вот этой веры, это очень интересная вещь, потому что весь мир человека, в котором он живет, он держится верой. То есть все живут верой. Вы верите, что завтра будет что-то? Верите? А кто знает, будет или не будет? Никто не знает. Человек живет верой, что будет. Человек живет верой, что должно быть так, как он ждет. Должно быть так, как он хочет. Человек верит в то, что какие-то есть принципы, правила и так далее. То есть, во что верить, это выбор. Но каждый живет верой. Атеисты живут верой в атеист. Там нигилисты живут верой в пофидизм. Пофидисты живут верой в то, что нигилисты козлы. Ну, например, там какие-нибудь. Ну, каждый человек живет в какой-то наборе каких-то мыслительных конструкций. Он верит, что вот так оно и есть, да? Теперь, что нам предлагает Рабан Йоханан бен Закай? Поменять вот эту вот мыслительную всю конструкцию на Тору, которая является связью с Богом, и сделать свою жизнь осмысленной, так как Бог создал человека и так как он придумал. Тогда у человека появляется возможность пройти жизненный путь. Опять же, Тора, она описывает все, как вести бизнес, как вести семью. Только ты изучаешь постоянно, как правильно поступить, и поступаешь в соответствии с пожеланиями Бога. Все. Хорошо, дорогие друзья. Значит, и вторые комментаторы объясняют этот отрывок Рабан Йоханана бен Закая чуть по-другому. «Аль такзик товали от смыха» можно понять чуть по-другому. «Не держи добра для себя», то есть можно понять «не хвастайся», а второе, если ты выучил что-то, не держи Тору у себя, а поделись ей с другими, с окружающими. То есть ты получил добро Тора, значит, ты должен им делиться. Именно по этому второму объяснению мы создали портал Ваикра, то есть делимся Торой, помогаем тем, кто хочет делиться тем, что выучил, с другими людьми. Поэтому подписывайтесь, посмотрите, есть столько интересных статей на портале Ваикра, в группе Ваикра. То есть то, что вы сами поняли, вы уже сами для себя поняли, тоже делайте это структурированным знанием и делитесь с другими. То есть Тора, надо ее передавать другим людям, потому что если получил ты много добра, не держи добро для себя, а делись им. Поэтому поделитесь этим уроком, поделитесь теми статьями, которые вам нравятся. Вот сделайте себе правило. Прочитали какую-то статью на портале Ваикра, там есть кнопочки, поделитесь с тремя друзьями. Получил Тору, поделись с другими. Все. На ком больше обязанности ученику учить Тору или учителю преподавать? Называется мудрец Торы Талмид Хахам, ученик-мудрец. То есть нельзя быть мудрецом, если ты не ученик. То есть и здесь нет, ты должен все время учиться. Все наши учителя, они постоянно учатся. В момент, когда он перестает учиться, он перестает быть учителем.
он перестает выполнять Тору, да? Поэтому, да, поэтому мы учимся и обучаем. И именно в момент, когда все в намерении, то есть еще раз, главное намерение. Если у тебя намерение приближаться к Богу, изучать Тору, делиться Торой и так далее, все будет остальное хорошо. Все, удачи, успехов, шавуатов, хорошей недели, всем, всем всего хорошего. Делайте выводы, сделайте 3 вывода и поделитесь с другими людьми. Все, всем пока.